Дагестанской области третьи сутки ищут 4-летнюю девочку, которую предположительно унесло течением реки. Трагедия произошла 17 марта в Тюркубасском районе. По словам мамы ребенка, ее дочь с двумя несовершеннолетними родственницами решили перейти реку Арысь вброд. Девочка оступилась и упала в воду. 3 дня назад моя дочка упала в реку. Мы обратились к спасателям, но они ничего не делают. Я просил установить специальную сеть, но мне сказали, что у них такой нет. Почему нет? Не хватает спецсредств? Прошу местные власти обратить внимание на эту проблему. Спасатели Туркестанской области заверяют, поиски продолжатся до тех пор, пока ребенка не найдут. Задействовали 37 сотрудников, 1 кинологический расчет и 2 единицы техники. К поискам подключились спасатели из Шымкента и 150 добровольцев. 17 марта на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в Тюркубасском районе пропала несовершеннолетняя девочка 2018 года рождения. Спасатели приступили к поискам. Департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области призывает жителей области не оставлять детей без присмотра взрослых, соблюдать правила безопасности. Рекомендуем уделять большое внимание безопасности детей, проводить беседу с детьми о мерах безопасности. Предупреждайте детей, не достигших 18 лет, о том, что нельзя выходить из дома самостоятельно без взрослых.